Трамвай номер один в Усть-Илимске уже спешит навстречу горожанам. Таких огромных очередей на остановках здесь еще не было. Люди хотят успеть запрыгнуть в последний вагон и прокатиться на легендарном трамвае Усть-Илимска. Этот маршрут открыли в сентябре 1988 года. Через городские кварталы и тайгу пассажиры едут, наблюдая колоритные пейзажи, суровый северный лес, где меж деревьев бегают белки и зайцы. На последний трамвай народу. Два вагона битком. А последний потому, что маршрут в конце года закрывают. Заключительные пассажирские рейсы состоялись 18 декабря в 3 часа дня. Как пишут в соцсетях, на проводы трамвая продали около 800 билетов. Жалко, конечно, что закрывают трамвайный маршрут в сторону ЛПК, так как это является изюминкой. Ну, просто людей жалко. А так, что на дачу они ездят, на работу кто-то добирается. Про него даже слагали легенды. Одна из популярных о том, что этот трамвай занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный. Однако это не так. Это самый северный и скоростной, но записи об этом в книге нет. Трамвай возил сотрудников крупного предприятия на работу и обратно. Сейчас маршрут решили закрыть. Как передают местные паблики, обновление трампарка невозможно. У новых вагонов другая колея рельсов. Теперь до работы усть-илимцы будут добираться на автобусах, вспоминая тот самый красный трамвай и посвященные ему слова. Прощай, спасибо. Дарья Макарова. При содействии телерадиокомпании УИ-ТРК.